Или да. А на каком они там говорят? Да. Будем переводить всю ночь. У меня подруга говорит по-португальски. А можно? Armando, Armando. But a real fight for me is a. И 8 временных зон. Более 80 километров подъема. Слово предоставляется организатору многодневного велопробега Red Bull Транссибирский экстрим. Город, это, конечно, интересное место, прямо на окраине. Нет, я в 2017 году уже не первый раз участвовал, первая попытка была. Просто приятность нам. И любителей велодвижения на территории города Благовещенска Оксане Владимировне. Это очень значимое событие для нашего города. Наконец, Благовещенск непосредственно на берегу Амура